друзья! Всех приветствую на канале Перекати Кольский. Всех с добрым утром! У нас 3 января. Традиционный наш новогодний выезд в каникулы. Двигаемся мы в ту сторону, к озеру Каркьявр. Каркьявр, господи, придумали ж название. Озеро, получается, из этого озера берет начало река Кица, которая у станции Лопарской. Экипажи сборные, очень-очень интересные. Каждый год катаем, и кто-то по-новому к нам присоединяется. И разрешите представить. Мой конь, Патрол, ТД-42, атмосферный, 35-е колеса, блокировок нет. Лебедку только поставил, еще не испытывал, но вроде крутится. Стравился в 0,5. Один я, никого. Так, Александр. 33-е колеса, это у нас лебедка, у него есть тоже, блокировки, все как положено. Идем в следующий, Pajero Sport, 35-е, лебедка, блокировки, все как надо. Патрол, ТД-42, блокировка задняя, лебедка, 35-е колеса, Виталик, тоже один. Здесь у нас Антон Александр, с Питера машинка, Виталик из Москвы, ребята тоже с Питера, Александр с Катей. Получается, Павел, 33-й ж, да, Паш? 33-й, чемпионский размер кричит. Ладно. Так, это у нас Pajero, 4-й, также блокировка, и все, по-моему, лебедки нет. Это тоже с Питера Павел. Получается, там Pajero 4, коротыш у нас. Очень интересная конфигурация. Колеса, лебедка, весь отпиленный, все, что лишнее, удалено. Александр, у него двигатель стоит, неродной, УЗ, пушка-гонка. Будет раздавать на перевале, чувствую. Так. А, и эта машина у нас из Красноярска. Еще не хватает, вот дожидаемся буквально минут 10, у нас летит с Мончегорска Миша и Вика. Там 80-ка на 33-х колесах, лебедка, что-то проблема, он не поставил ее. С блокировкой не знаю, работает или нет. По итогу у нас 7 автомобилей, приблизительно одинаковой конфигурации, все в боевом настрое и 11 человек, так сказать, поедем. Вообще, да? Смотри, какая красота. Мы выехали и потихоньку начинаем на маршрут. Проехали уже порядка километра. Старый наш след хорошо, отчетливо виден. Ну, давайте уже кто-нибудь сядет. Пока движемся. Все ждут, пока кто-нибудь застрянет. Ну, этого долго ждать. Будем потихонечку ехать дальше. Дорога покажет. Рации не замолкают, ребята разговоры ведут, общаются, смеются. А я в полной сосредоточенности, потому что много веток. Летом. Летом, то есть, да. Что,
интересный маршрут, наверное, и летом тоже. Пришлось нам пустить штурмана вперед, потому что просеки с очень-очень большим количеством веток. Все они просто адски в снегу. Каждые 20-30 метров приходится останавливать, потому что дворники не справляются. Они просто посередине окна останавливаются, и все, и там вообще ни в какую. Идем к ребятам. Там что-то у Вики с Мишей случилось. Они, по-моему, разбортировали колесо. Ворон на дереве. Что-то какой-то как туман, да? Это туман. Нет, это ту кажется. Мы надымили. Так. Не, вот как-то вот. Или это у меня. Поехали, Макс. Можно ехать дальше. Ребята колесо докачают и догонят нас. Управились быстренько. Техническая остановочка. А вот там видна гора. Вот нам надо на эту гору. И потом за нее. Вот мы едем на тот перевал. И оттуда будем спускаться с другой стороны. Это просто что-то с чем-то. И это еще не виды. Вон сопки. Плохо видно с телефона. Так, визуально. Лучше синева, где море. У нас более или менее как бы лес то расступается, то наоборот сужается. Ну, Саня идет впереди. Карта гласит, нам до перевала осталось 2 километра. Такие участки у нас периодически будут за эти 2 километра попадаться. Но будем надеяться, что их будет не особо много, потому что, ну и штурмана жалко, он у нас один. Вот так это выглядит. Да, сильно, конечно, ветки у нас подзалегли. Ну, ничего не поделать. Двигаться надо. Можно потерпеть. Карта гласит, что нам осталось метров 200 вот такого леса, который нам мешает разогнаться выше второй пониженной передачи. Мы потихоньку поехали дальше. Антон, встань, не заберешь? Да, да, встаю, жду. Что так быстро-то, блин? А, потому что там... А, ну, тут можно после поехать, то есть нет. А вот и снегоходка вышла назад. Причем такая свеженькая. Мы вышли с лесной просеки. Ну, сейчас, правда, еще немножечко зайдем на нее. Но тут не криминально. Ребята все едут потихоньку. Ручей прошли, проломили, естественно. Но бампера вроде там не оставили. Немного рокировка. Паша едет за мной. Может, говорит, что поинтереснее будет, то скучно. А потом Виталик страхует. Ну, я думаю, сейчас тут всем будет наверху весело. Вон уже виднеются вдалеке сопки. Потихоньку подъезжаем к перевалу. Осталось порядка, я думаю, метров 600-700 по памяти. Макс, а у вас
по-моему, будут пару камней, да. Прикапывает, смотри, свои бутылочки, канистрочки. Шо? Ну, погнали на вершину. Видоны просто космические. Это Китская сопка. Это наша Орда. Паша будет раздавать. Но виды просто пипец какие. Пошел, стравлюсь. 19 мороза, ребята травятся. Вот две машинки заехало. Только гляньте, какие виды. Вон у нас горы Хибины, вон Лавозерские тундры. И виды завораживают. А вот эти три сосны. Или нет? А, нет, три сосны дальше. Но нам недалеко осталось. Двигаем. На, вот туда нам надо, на ту гору далеко-далеко. Ну вот, подошли мы к перевалу. Начинается рубилово. Снег, под снегом камни, диагонали. Пока непонятно, сколько мы тут времени проведем. Это мы стоим, ждем, пока там пройдут ребята, и наблюдаем вот такую красоту. У нас еще полярная ночь, солнца еще нету. Такая вот прям красота, обалденные краски. А, Макс, у тебя сколько давления? 35. Я думаю, ты сейчас здесь распортируешься. Не рой, давай лебедь. Виталь, не надо, давай лебедкой. Да, ты сейчас раскопаешь, ребята будут уходить 0,35 в круг. Это не серьезная реклама. Травимся. 0,6 это не серьезно, Виталь. Не эти условия. Спасибо, что проложили мне дорогу. Севера, спой мне о доме моем, что посмела забыть. В небо седое, мы на рассвете уйдем до чертогов судьбы. Лед дробят у крыльца, кони часа конца, в ожидании зова последней трубы. Звонким вереском спрячутся наши следы, и не вспомнят о них. Кто поверит нам, рыцарям падшей звезды из отвергнутых книг? Пусть в узоре времен ни стихов, ни имен
тобой и живое тепло. Мелким крошевом мир под жестокой рукой, как цветное стекло. По велению творцов нам смеются в лицо, от руки неумелым умирать тяжело. Сон безвременный в липкой глухой тишине переписанных фраз. Ядом медленным ложь в почерневшем вине, дар последним из нас. В окна бьется рассвет, больше времени нет. Да, Виталь. Ну, короче, мы с тобой тогда в оба хорошо сидим, да? Ну, я назад могу, но мне вперед надо. Я вот два удлинителя цепанул, лебедку вымотал всю, и вот корку сейчас последнюю, ребята, цепляют. Если хватит, буду вперед. Дальше я не знаю. Тут вот плотненький такой переметик. Один единственный камень, который подходил, вот мы до него дотянулись. Дальше немного ровнее, и там дерево я вижу, одно единственное бедолага стоит. Ясно. Ну ладно, пока надо меня будем вытаскивать. Ну, вы все слышали, пытаемся потихонечку. Ну, у нас тут прям жесткач происходит. Все роют, все копают, машина ехать вообще никак не желает. На лебедке уже 70 метров, наверное, прочесал. И все тщетно. Ну что, потихонечку все перецепимся. 5 часов вечера. Мы проехали 12 километров из 40. Блин! Парни, молодцы. Накопали нам дорожку. Да, мы идем замыкающие, нам, конечно, в этом плане полегче. Дорожка уже пробита. Самому первому Максу хуже всех, веселее всех. Тут, к слову сказать, мороз и ветер, очень холодно. Продолжаем двигаться медленными поступательными движениями. Все это плохо получается, и даже после меня ребята там немножко страдают. Но
Нам вроде осталось. Мы сейчас объезжаем низину. Нам осталось метров 15-20. И мы вроде как должны выйти на траекторию, которая хрен вообще пойми, что, где, как, куда. Ну, я как бы вижу, вот она тут, недалеко. Но это недалеко, это... Заглохли. Ребята периодически как бы подъезжают, идут, помогают. Потом опять уезжают. Опять заглохли. Надо выходить выше, я так думаю. Там вот где барашки, там почему-то снег плотнее. А где плоские, это типа как перемет. И там, где переметы, очень-очень тяжело. Время 8 вечера, я сижу, Виталия почти сидит. Сейчас меня Антоха лебедкой подтянет. Так, и будем двигаться дальше потихонечку.